гэтага канцэрта. Мы спадзяемся, што сустрэча з купаленкай не оставила вас абыякавымі і ўпэўнены ў тым, што песня гэта той скарб, які трэба берагчы і перадаць наш чоткам. А сейчас я хочу сказать, что послабления в карантине позволяют нам надеяться на дальнейшие встречи. И поэтому я хочу сказать, что праздник белорусской общины «Крыница Купалле» состоится на том же месте в тот же час, 23 июня, ну, в нескольких километрах от нашего города. А в августе, во второй половине августа, мы надеемся, здесь, на этой сцене, мы будем праздновать 20-летний юбилей нашей общины. Позвольте пригласить вас уже сегодня. Дорогие друзья, от имени моих коллег из Генерального консульства Российской Федерации в Квакеле я хотел бы поблагодарить замечательный коллектив за то доставленное удовольствие, которое мы получили сегодня. Два часа пролетели как одна минута, и мы получили возможность прикоснуться к богатой белорусской культуре. Спасибо огромное. Хотелось бы вам пожелать дальнейших творческих успехов и еще раз поздравить с 15-летием. Большое спасибо за эти слова. Я повторю консулу Российской Федерации в Клайпеде Евгению Викторовичу Хорошеву. Уважаемые зрители, Центр национальных культур поздравляет от всего сердца ансамбль «Купаленко» с юбилеем 15-летним и надеется, что вам тоже очень понравился концерт.
спасибо. Ждем вас на следующее наше выступление.